Мы живем во времена рейтингов и хит-парадов. Один из самых авторитетных журналов в мире поп-музыки Rolling Stone в своем списке величайших исполнителей всех времен и народов поставил Элтона Джона лишь на 49-е место. Легко предположить, что с мнением этого издания не согласятся поклонники певца по всему миру. Стоит помнить, что общее количество пластинок, проданных Реджинальдом Уайтом, теперь, конечно, более известным как Элтон Джон, превысило 250 миллионов копий. Только версия песни «Свеча на ветру», посвященная погибшей принцессе Диане, разошлась тиражом в 37 миллионов копий. Он остается одним из самых успешных британских соло-исполнителей. После прорыва в начале 70-х годов прошлого века, каждая декада творчества Элтона Джона подробно проанализирована критиками и поклонниками. Кто-то до сих пор считает вершиной его творчества альбом «Прощай, желтая кирпичная дорога», кто-то – саундтрек к анимационному фильму «Король лев», кто-то – мюзикл «Аида». 3000 концертов и 30 альбомов, экстравагантная манера поведения и скандальная личная жизнь, сотрудничество с поп-звездами мирового уровня, общественная деятельность и благотворительные акции сделали Элтона Джона не просто мега-звездой, но и уникальным явлением современного шоу-бизнеса. Да, он приедет со своей большой группой, с бандой, так что и будет еще плюс этого все хиты его 40-летнего юбилея, так что Рокетмену исполнилось 40 лет уже, так что будет, я думаю, интересно. У него столько хитов, что начиная уже с начала 70-х, что я думаю, он из самых крупнейших артистов, у которого есть действительно альбом за альбомом хиты. Для поклонников рок-музыки в Советском Союзе Элтон Джон имеет особенное значение, ведь именно он стал первой рок-звездой, вышедшей на советскую сцену. В 1979 году он дал 4 концерта на главных площадках СССР в Московском России и в Ленинградском Октябрьске. С тех пор он выступал и в Минске, и в Баку, на Майдане Независимости в Киеве, и даже на концерте в Ростове-на-Дону, посвященном 70-летию Ростовской области, открытию первой очереди металлургического завода в городе Шахты. К этому можно отнестись иронично, но вспомним старый хит Элтона Джона. «Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист». С этим можно согласиться, однако теперь этот пианист, обладатель многочисленных Оскаров и Грэмми, внесен в зал славы рок-н-ролла в Штатах, кавалер ордена Британской империи и даже рыцарь. Остается напомнить, что концерт пройдет на Певческом поле в конце июня, а билеты в широком ценовом диапазоне уже поступили в продажу. Владимир Михалков, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.